продолжаем. А пока давайте выпьем воды, чтобы праздничное настроение было. Аквапана, Сан-Пеллегрино. Мне Сан-Пеллегрино, можно? Ну ладно, вы уже... Я вам произнесу несколько слов. «La Bottega Siciliana» Клаудио Пировано. Это шеф-повар ресторана «La Bottega Siciliana». Мы сейчас посмотрим, как он готовит тартар из говядины. И будем готовиться к живой музыке. Чокнемся водой, Миша. Поздравим всех. Давай хоть раз чокнемся водой. Да. Нет, водой. Нет, водой. Хорошо, ладно, так и быть. Водой. Праздничное настроение. Да. Лучшее добавление к особенным моментам вашей жизни – это Сан-Пеллегрино. Нарезка. Проект создан при поддержке Аквапанна и Сан-Пеллегрино. Вода для изысканной кухни. Здравствуйте все, меня зовут Клаудио, шеф-повар La Bottega Siciliana. Сегодня я вам буду готовить такое очень простое блюдо, которое вы можете спокойно дома приготовить за 5-10 минут максимум. Тартар из говядины. Мы возьмем мясо, мы можем взять вырезка или другой части мяса, задней части из коровы. Потихонечку будем резать, тонкий-тонкий, чтобы когда мы будем заправлять, нам получился одноразовая масса. Ингредиент, который я буду использовать для этого блюда, вы можете найти в любой супермаркет. Чем мы тоньше резем, чем удобно заправляет и чем удобно потом кушать. Я делаю примерно 100 грамм мяса на одно желток. Остальные ингредиенты – это все по чуть-чуть, на вашему вкус, прямо по-домашнему. А теперь мы дальше возьмем наши огурчики и начинаем тоже мелкий-мелкий резать. Теперь немножко каперс. Каперс очень соленый, поэтому мы немного будем добавлять. Возьмем немножко лук сибулет. Тоже тонкий будем резать. Теперь возьмем немножко петрушка свежая. Я очень люблю петрушку, обожаю. Тоже очень мелкий будем резать. Резем немножко лук-шалота. Это самый последний из наших ингредиентов, который надо резать. Возьмем яйцо. Будем отделять желток и белок. Надо очень хорошо отделять, чтобы не было белок. Потом с белок, конечно, не будем выбрасывать. И начинаем потихонечку взбивать наш желток. Теперь положим немного горчицы. Аккуратно взбиваем. Когда масса начинает загустить, это означает, что наш желток готово. Теперь добавляем немного лук, добавляем наши огурцы, корнишоны, добавляем наши каперс, петрушка и лук-сибулет. Теперь переходим к следующему шагу, убираем доску и начинаем потихонечку, аккуратно перемешать наши ингредиенты с желток. Окей. Хорошо перемешаем. Соли, перец, чуть-чуть соус Worcester, 2-3 капельки, не больше. Соус табаско, то же самое. И немножко коньяка, чуть-чуть. Перемешаем. Самое последнее – это взять мясо и перемешать с нашим соусом. Окей. Потихонечку начинаем давить чуть-чуть мяса, немного, окей? Чтобы хорошо впитала с соусом. И выкладываем на тарелку. Сделаем 3 маленьких каннелл. Последнее. И чуть-чуть сока лимон. Прямо чуть-чуть. Чуть-чуть масла оливковое. Будем чуть-чуть украшать. Немножко петрушка. Итак, готово наше блюдо, тартар из говядины. Всем наступающим Новым годом!